Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. После череды разочарований в личной жизни, неудачного брака, который закончился через полгода и рождения ребенка от нелюбящего меня человека, я наконец-то встретила того, кто искренне меня любит и хорошо относится. Встречаемся уже 4 месяца, меня все устраивает, но есть 2 проблемы. Первая, моя мама совсем не рада за меня и делает и не знакомится с моим избранником. Я считаю знакомство необходимо, так я воспитываю сына одна, мама мне помогает, живем вместе с ней. Второе. Собираемся начать жить вместе с парнем, но жилищные условия совсем не подходящие. Нужен ремонт, так как дом деревенский. Плюс на днях он признался мне, что в самом начале отношений его нагрели мошенники по телефону на большую сумму денег. И теперь ему придется платить ЗП целых 3 года. Помимо этого, он платит алименты на ребенка от первого брака. Мы планировали общего ребенка, теперь я в полной растерянности, как быть дальше. Подскажите, пожалуйста, выход из ситуации. Ну, наверное, это зависит от того, какова природа вашей растерянности. То есть, если вы исходите, например, из той позиции, что, допустим, вы страдали. А если вы исходите из той позиции, допустим, что вы страдали, что вы, переживали, вот. А теперь у вас появилась возможность получить то, что вам хочется. Вот. То вы, по сути дела, говорите о компенсации здесь. И, конечно же, коль вы говорите о компенсации, то вы просто переживаете разочарование. Вот, на мой взгляд, вы не просто так испытываете эти чувства, а испытываете их по причине того, что очень сильно себя обесцениваете и постоянно вот на что-то надеетесь, постоянно надеетесь на человека, но не верите в себя. Из-за этого вам сложно реагировать на те вещи, которые с вами происходят. Реагируете вы обидой, разочарованием, либо какими-то надеждами, вот. И, в частности, вот вы говорите о том, что ваша мама, она желает знакомиться с избранником, но она и не должна. Вот. Поэтому я думаю, как-то так. Я думаю, что вам нужно исходить из того, что вы чувствуете к мужчине. Именно к нему, а не к себе через него. Понимаете, какая штука? Поэтому вот я думаю, что психолог мог бы помочь вам разобраться в себе, проработать боль, обиды, травмы, которые у вас есть, плюс ко всему научиться прислушиваться к себе. Заметить то, что вы чувствуете к мужчине, после чего уже, я думаю, вы сможете найти сами. В заключение хотел бы сказать, что не совсем понимаю, если вашего парня нагрели мошенники, кому он будет платить ЗП целых 3 года? Это странно. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи.